Всем привет! Сегодня на обед у нас уха из красной рыбы. То есть из хвостов, из плавников и, конечно же, из мяса. Я отварила, процедила, добавила сюда картошечку, луковку, головкой отправила. Затем рыбку я почистила, филе, и порезала. Добавила бульону. Добавила зеленого лука, соль, все, уха наша готовая. На второе у нас сегодня рис. Я тоже его уже приготовила. Здесь жарится лакс. Нет, не лакс. Здесь жарится у меня также рыба панированная. Она уже готовая к употреблению. То есть ее нужно было только обжарить. И к рису, к рыбе, овощи. Овощи я пожарила на масле. Так, а это у меня тут фрукты порезанные вот на такие кусочки. Фрукты едим плохо, поэтому сегодня решила порезать, чтобы быстрее скушать. Здесь у меня яблоко, дынька, так, апельсины, лимоны кусочки, где-то были киви. Да, где-то были киви, одна штучка, ну ладно, где-то здесь есть. Не вижу. А это гранат. Я его также помыла и порезала на кусочки. Приготовила уже все к обеду. Всем приятного аппетита!